Сотрудниками Ростовского линейного управления МВД России на транспорте в ходе проведения оперативных мероприятий на 10-м километре перегона «Зеленый луг» Батайск по подозрению в совершении кражи задержаны 4 жителя Ростовской области в возрасте от 24 до 28 лет. Как установили полицейские, мужчины похитили из железнодорожного вагона 66 слитков алюминия общей стоимостью около 130 тысяч рублей. На данном отрезке пути грузовые составы останавливаются на входных светофорах станции для прокачки тормозов, чем воспользовались наши подозреваемые. Быстро подбежали к вагону, вскрыли запорные устройства, открыли двери, после чего совершили хищение алюминиевых слитков. В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на обслуживаемой территории.